Job!
Артём, у меня Дамир на связи. Садись, я быстро. Ох, ты летёт! И песок везде, чтоб ему! Ты, ты напасть какая! С возвращением на базу, Артём! Это кто-то? Садись с того, Артём! Это устал тебя. Хорошо, конец связи. Нашёл? Молодчина, Артём! Хорошие новости! Артём добыл карты! Молоток, Артём! Сергей, приступай! Я тоже подключусь. Данных вот, много. Попереду. Чем скорее разберемся, тем лучше. Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода. И для Авроры, и людям, сам видишь. Ребята один за другим выбывают из строя. Сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия неприемлемы. Гюль рассказал, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артём, как будешь готов, выдвигайся на встречу с Дамиром. Ваша задача — любой ценой доставить воду на Аврору. Удачи, Артём. Мы все рассчитываем на тебя. Крест, дедушка, как там погодка? А у вас воды совсем больше? Буря, кажется, дядя Артём, это я мне? Ух. Отлично. Ты, спасибо! Артём! Смотрите, дедушка Ирма, у меня теперь фляга есть. Ну, теперь попросим, чтобы в нее воды налили. Будет твой неприкосновенный запас. Вау! Спасибо! Артём, пока тебя не было, я доделал для Тихаря еще одну штуку. Можешь установить, верстак тебя ждет. Ну как, патрончики опробовал? Должны работать отлично, все-таки нефть вокруг. Священному пламени наверняка понравится.
Что у тебя? Ну что я могу сказать? Не зря мы сюда ехали. Уже разобрался? Кажется, да. Уровень заражения показан цветом. Ха. Они и динамику изменения фона сделали. А когда? А, давненько. Будем надеяться, что за это время ситуация не ухудшилась. По каким районам карты? Средняя Азия, Западная Сибирь, Урал, европейская часть страны. А, вижу. Ха, востока нет. Странно. Тут одно из двух. Или восток в зону ответственности центра не входил. Или? Или кто-то унес все карты восточного региона до нас. Но нам бы хоть в оставшемся разобраться. А где искать-то, товарищ полковник? Крупные города я бы сразу отметал, это основные цели. Что-то неважное себя чувствую. В полуглу тоже как-то особого желания нет. А я ведь еще в порядке. Сравнительно. Думаю, дня 2-3 мы еще протянем так. Артём, дальше... спасибо, что зашел ребят проведать. Я тут сижу с ними, а сердце кровью обливается. Стёпа вообще жару плохо переносит, а без воды, да на самом солнце. И ни слова не сказал, ведь пока не упал. Алёша тоже свалился. На месте особо не церемоньтесь, положение критическое. Еще пара дней, и мы не то что от нефтяников, от своры собак бродячих не отобьемся. Вот тут чисто вроде. А, ну да, степь. А если севернее? Если севернее, вон хвостом осадков зацепило. За 20 лет, конечно, получше стало, но все равно. Надолго там задерживаться не стоит. Да, тут разбираться и разбираться. Вода нужна, в общем. Позарез. Что, Артём, неважно у нас положение, скажи. Придачу у нас тут гости были. Но мы их по первому чину приняли, дело ясно. Они как набежали. Степан как раз со своими сырубкой на посту стоял, ну, покрошил всех. Мы выскочили, а тут уже одни клочки по закоулочкам. И Степан лежит. Я думал, загрызли гады, а нет, целый. Но жар у него и бредит. Тепловой удар, вот. Ну, снесли его на станцию. Лежит пластом.
Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Так, мужики, разговор для своих. Так что лохматых отродеек подач. Сделано? Хорошо. Братва, дошло до меня, Катало звонил, мол, что я зря Егорку постного сжег. Типа Егорка был малый, четкий, резкий, а я его за какую-то байку для лохматых угробил. Подумаешь, нажрался и при рабах священное пламя подстал. Ну, Каталу понятно, пришлось вот сейчас кончить. Тут поделать нечего. Если он кому должен был, да вы спросите, она баба видная. Но чтобы у нас с вами, братва, особенно с теми, кто недавно прибился, непонятно. Прижал его!
столько напитков, а пища хорошая. А вот власть, которая стоит в Сибири, она навсегда. Вот о чем всегда помните, мужики. Вот почему я вам говорю. Видите, что раб не верит в священное пламя? Убейте его. Это убыток, да. Но оно того стоит. Поймите, этого хочет священное пламя, этого хочет вселенная. А я хочу, чтобы у нас с вами по этому вопросу больше непоняток не было. Всем отбой, барон сказал. С тобой, полицай, Козлина, будем люди! Прижал! Сука! На пол!
Что, готов? Как там наши? Держатся пока без воды-то? Пока тебя не было, я тут немного разведал. Гель говорит, в этих пещерах жила уйма народа. Считай, целый город. Но как в пещере гейзеры открылись, им пришлось уходить. Как ты понял, к источнику пойдем через черный вход. Давай вниз! Оп. Ну что, теперь только вперед. Давай повыше поднимемся, осмотреться. Пещера не убежит. Шум! Уши закладывает! Что это там? А, шайтан! Фу, блин! Да. Немного тут осталось. Я ведь когда отправлялись, надеялся узнать что-то, если не о родственниках, то хоть о народе моем. Теперь узнал. Это больно. Аккуратно, аккуратно. Ага. А вот и вход. Готовимся, Артём. Заряди фонарь, провери фильтры, ну и остальную снарягу. Такое предчувствие у меня нехорошее. Ладно, замнём для ясности. Ну что, давай подсажу тебя. Не видно ни хрена.